Я кот Фицджеральд, и, возможно, вам это покажется весьма странным, но я все равно скажу. Если человек говорит, что коты — это маленькие тигры, то, скорее всего, он просто хочет погладить мебель. Я кот Фицджеральд, и ты можешь со мной не согласиться. Но я все равно скажу, что в любви, как в интернете, важен не только сигнал, но и качество соединения. Я кот Фицджеральд, и ты можешь со мной не согласиться. Но я все равно скажу, что самые умные мысли приходят в голову только тогда, когда ты пытаешься уговорить своего кота.